Это просто кошмар. Они здесь плачут, вот, по крайней мере, вот этот дом последний, там две старушки живут, они вообще в шоке. Они говорят, а нам что делать? А нам что делать? Именно этот вопрос беспокоит жителей домов по улице Мусы-Джалиля. Ведь высота тротуаров после ремонта очень сильно поднялась. Осенью, уверены жители, это будет чревато серьезными последствиями. Вы понимаете, мы же здесь плаваем весной. Вот вы не... А представьте, это все обледенеет. Вот вы представляете, что это будет? Вот пойдет бабушка в магазин. Смотрите, мы сейчас тоже, вот, мы ниже опустим тротуары, ниже опустим. Вы будете ходить по воде, понимаете? Ну, не до такой же степени. Ладно, рабочие им там сказали, они сделали. А начальство-то кто вот это видит? Как прорабы? Они чего, для чего вообще здесь находятся? Такое ощущение, что они первый раз в жизни это делают. Взять. Застройка здесь старая, дома здесь старенькие стоят. Одного выше фундамент поднят, у другого ниже. Водоотведение здесь люди не производили. То есть нету тут водоотведения. Дорожники всякие, чтобы люди не ходили по воде, его стараются приподнять тротуар, чтобы не были шли по воде. Правильно? И когда у нас заездные карманы, заездные въезд, входные группы к домам, чтобы их не топить и отвезти как максимально тут воду. Но здесь получилось, да, получилось, и сейчас они исправят в полном объеме. Также у местных жителей возникают вопросы к ремонту заездов в некоторые дворы. Проезд на территорию домов 25 и 27 с каждым годом становится все уже. По словам подрядчика, участок заасфальтируют. Однако о расширении речи не идет. Ведь для этого потребуется сложный проект, который текущим ремонтом не предусмотрен. Не хотят расширять дорогу. Дорога очень узкая, фонари далеко от дороги. И уже были случаи, что машины попадали вот в этот овраг. А мы так боимся, что дорогу так оставят такую же узкую. Ширина была больше, она вся осыпалась просто. Они восстановят? Не знаю, мы не уверены, что они восстановят. А мы проверим, мы в сентябре приедем и проверим. Они вот уже тракторишкой прошли, уже что-то прочистили, и все. И вот это, они вот эту работы не завершены, полосочку понимаете? Не завершены. Не прочистили. А когда завершат, уже будет поздно. Работы по ремонту дороги и тротуаров на этой улице завершат до 1 сентября. Эксперты ОНФ уверены, что это вполне возможно. Хотя даже у специалистов опасения есть. Опасения всегда должны быть, потому что мы живем в сегодняшнем мире неспокойном. Да? Если они не будут выполнены, мы будем обращаться и в органы прокуратуры, и в ОСДХ для того, чтобы подрядчику были применены меры. Напомню, в 2020 году при дорожном ремонте на некоторых улицах не успели доделать тротуары и устранить недочеты. Не повторится ли эта история на улице Мусы-Джалиля – большой вопрос. Александр Кацун, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.